Стоп-корупції відвідали чергове засідання в Києво-Святошинському суді. Там триває провадження по справі за обвинуваченням піщаного браконьєра Ігоря Чупринського. Продовжується судове провадження у справі за обвинуваченням Чупринського Ігоря Леонідовича за частиною статті 345 першого кримінального. Нагадаємо, більше року тому Павло Янсен з журналістом Сергієм Медяником та оператором Сергієм Наконечним відвідали точку незаконного намиву піску в селі Шпитьки. Там правоохоронні органи заарештували техніку. Власник точки Ігор Чупринський після спроб журналістів з ним поспілкуватись вихопив мікрофон і напав на Янсена та зламав йому ніс. Маючи дружину Євгенію Чупринську, котра працює в Генеральній прокуратурі, він почуває себе в безпеці. Його дружина, використовуючи службове становище, тисне на правоохоронні органи. Захисник Чупринського від безпорадності чіпляється за будь-яку можливість, щоб пом'якшити покарання. Вони почали доводити, що Янсен був на час побиття стажером, та потерпілий надав докази, що тоді він був журналістом. Янсен надав для огляду, і зараз вони є в розпорядженні суду, про те, що він з вами, ви як керівник ТОВ інформаційне агентство «Актуальна правда», підписали з ним договір про виконання робіт ще 15 травня 2016 року. Суд заслухав свідків відеооператора стоп-корупції Сергія Наконечного та журналіста Сергія Медяника. Повідомте, будь ласка, що вам відомо про обвинувачення, яке зараз висунуто Чупринському з приводу нанесення тілесних ушкоджень Янсену журналісту? Чупринський вирвав у мене мікрофон, схватив за курточку. Затем Чупринський переключився вже на Янсена і, собственно, збив його ударом. Після цих свідчень та нових доказів захист злодія Чупринського, боячись винесення законного вироку, почав завалювати суд клопотаннями про витребування величезної купи документів. Ваше є додатковий матеріал, можна перерву 5 хвилин, є ряд клопотань, да, про витребування матеріалу, про допит свідків. Та дивно те, що адвокат якимось чином дізнався про листи від міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, колишнього керівника Національної поліції Хатії Деканаїдзе та народного депутата Сюмар. Звідки захисник знав про них, залишається питанням. Долучити листи міністра внутрішніх справ України А. Авакова, його заступника Хатії Деканаїдзе, народного депутата Сюмар. Чергове засідання призначено на 12 грудня. Чому, по вашому мнению, сюжет закончился именно так? Недовольство тематикой вопросов, содержанием вопросов. Это просто спонтанное было поведение или реакция человека на что-либо? На эту ситуацию надо еще, смотрите, посмотреть. Давайте, если позволите, чуть глубже о саму историю. Во-первых, смотрите, у нас есть такая деликатная ситуация. У нас не секрет, что у нас Чупринский муж сотрудник генпрокуратуры. И тут, понимаете, вот мы сами до сих пор не можем понять, для нас загадка, как, учитывая наши постоянные обвинения общественности, журналистов, там, коррупционности нашей правоохранительной системы, каким образом, почему прокуроры Киево-Святошинского района, подчеркиваю, района, позволили себе пойти туда, где проводил какую-либо хозяйственную деятельность, неважно, законно или незаконно, а муж сотрудник генпрокуратуры. Это первое. То есть это уже было, то есть Чупринский уже был накручен в этом плане, потому что здесь вступают иные законы человеческого бытия и жития. Да? То есть он уже был агрессивно внутри настроен, потому что он не понимал, что, собственно, происходит, почему какие-то непонятные районные прокуроры позволили сунуться туда, где жена помогала, а по-другому это не назвать, производить это действие. Это первая история. Вторая история. Я упомянул, что два раза до этого, примерно с интервалом за два месяца, мы первый раз были, потом еще, потом уже поехали на Шпитьки. Мы уже участвовали в подобных обысках. Вот, да. И в одном из них, вот как раз перед Шпитьками, там я не помню точно, уже две или месяц примерно, мы были на такой же точке возле торгового центра SkyMall. Вот. И там, сейчас не знаю, на тот момент там добывал такой по фамилии Рак, вот, курировал, организовывал это все. И потом, когда мы приехали, это я точно помню, мы первые, когда на Шпитьки только приехали, мы на заборе на Шпитьках увидели баннер огромный, который мы видели на SkyMall. Сейчас-то мы уже расследовали, мы знаем, что
Это была такая тактика, стратегия этого гражданина Рака, злоумышленника, потому что он осужден на 5 лет вообще, скрывается. Он находил вот таких предпринимателей, скажем так, ну мы тут не оцениваем ее сейчас, да, предпринимательскую деятельность. Назовем условно его предпринимателем, что-то же предпринимал. Находил таких, как Чупринский, там, и на каких-то договорных основаниях, либо они вместе инвестировали в эту добычу песка, либо он просто продавал пакет документов, которая визуально прикрывала эту всю деятельность. Вот, то есть, и Чупринский уже то, в принципе, знал, что стоп, как минимум, может быть, нас с Янценом еще и он не идентифицировал, потому что мы были перед этим. Но он знал, что уже стоп-коррупция освещала подобный арест, и там была арестована техника, и он знал те убытки, которые понесли, наскакнули эти, скажем так, предприниматели. И это вторая причина, почему он уже был настроен. Ну а третья причина – специфика тематики. Мы не про кулинарию, да, и не про пение делаем все, а про борьбу с коррупцией, про коррупционеров, вот, которые люди сознательно идут и делают эти вещи. Это не неумышленные действия, это прямо нацеленные умышленные действия, связанные с подкупом государственных чиновников. Конечно же, всегда у нас везде, и не только в этот раз, везде вот так к нам относятся, потому что они знают. То есть именно вот эти две причины, вы считаете, да, привели к тому, что да, такая ситуация была во время съемки. Скажите, да, пожалуйста, вы и Янсен, когда вы начинали съемку, вы сказали, что там были працівники прокуратуры, слідчі и екоінспектор. Ці особи, вони представилися, що вони працівники правоохоронних органів, хтось контролюючих органів? Представився прокурор, один з прокурорів, фамілію мені теж не запам'ятав. Вони не були в форменному одягу, їх ідентифікувати не було? Ні, абсолютно. Кроме екоінспектора. Вот. И опять же, сначала мы даже не поняли, что это экоинспектор. Это уже когда случилось вот это нападение на Янсена, тогда мы уже все-таки выяснили, что это за человек. Я вообще думал, это какой-то, не знаю, казак, может, какой-то ряженый казаки. Вот. Чупринський с самого початку был присутній на місці, де ви побачили? Да, он все время. Потому что він повещався, вже потім стало відомо, що це Чупринський, що це та особа, яка... Ну, да, когда нам сказали, что вот этот дядечка, он, собственно, представляется здесь старшим, старшим участком, так можно... Вот, мы к нему обратились. То есть, смотрите, у нас же к нему сначала изначально не было никаких лично. Мы понимали, что если он старший участок, то есть я, например, как человек с инженерным образованием, понимаю, что старший участок, он ничего не решает, кроме участка. То есть, мне журналисту, как в тот момент, журналисту расследовал, было же интересно, кто же тогда за этого старшего участка послал туда на место, кто организатор, кто заказчик всего этого. Мне это было интересно. И Чупринскому вообще на тот момент даже не было понимания, что это все-таки участок, который сейчас по декларации у Евгении Чупринской задекларирован, как Чупринский владелец этого участка. То есть мы даже не предполагали. Он просто скромно писался, знаете, пионер-вожатый, да, выглядел в наших глазах на тот момент. У вас, у Янсена, у оператора были, что было, чтобы можно было бы понять, что вы журналисты? Во-первых, мы были в футболках, стоп-коррупции. Mm-hmm. Вот, то есть это было внешне видно, как минимум, принадлежность какой-либо организации. Вот. Далее у нас были удостоверения, которые мы предъявили. Далее с нами был оператор с видеокамеры. Далее у нас был микрофон с лейбой, на которой было написано «Стоп-коррупция». То есть сомнения о том, что это журналисты, не было? Не должно было возникнуть? Абсолютно не было. Стоп-коррупції доб'ється покарання злочинця Чупринського.